Все, и сейчас по зиплайну и наверх. Да. И всем отрядом забираем эту вышку, пацаны. Раз, два, три, работаем. Готовь гранату. Засунь ее себе сразу в жопу без чеки. Нас уже ждут. Так, нас кто ждет? Лево, право, никого. Чел. Чел убит. Второй убит. Было написано, что он умер два раза. Первый раз был в жопу. Сбоку работает, справа от тебя. Есть, один. Он перепрыгнул, сзади. Обхожу. Походу здесь, паскуда тварь. Меня спасешь или нет? Убит. Убито животное. Иду тебя Подними спасать. Меня, пожалуйста. Я доктор Инцест. Так меня и называйте. Хорошо, канал так переименуй. Ага, добрый день, это новый летсплей от доктора Инцеста. Попробуй на истребителя полетай. Мистер Шмидт заходит на цель. Я! Ноль целей поражено. Нифига тут елозить надо. У меня стола не хватает, пацаны. В меня навелись? Отстрели! Блять, под воду уж. Я подводник теперь. Айцвай, полицай. Как же моего пса зовут тогда? Альберт? Так, давайте, у вас случка. Давайте, я не знаю, кто из вас кобель, а кто сука. Вы должны ебстись. Тут слишком активный, это кобель. А, мы всем отрядом сидим. В вертолете, да? Да, это вертолет называется. Сука, вот надо же было в тот момент, когда я, блядь, броню эту пидорскую пихал. То есть ты пользуешься пидорской броней, что ты об этом скажешь? Ну, лучше пользоваться пидорской броней, чем, блядь, фалоимитатором. Так, вот эта стрелочка необоснованная была. А почему у тебя в переписках колготки для мужиков? Это ты мне скинул? Я подтвержду это скрином. Ты что? Каким? Бля, стрелок божественный. Я стреляю, блядь. Детей. Ты должен на мне заспавниться. Да не могу, ты Да, блять, меня расстреляли из-за тебя, нахуй. Из-за меня? Прыгай на меня, я в бою, но ты прыгай. А нахуй ты меня так передразниваешь? Неадекватный психопат, нахуй. Неадекватный человек, я не хочу с тобой общаться. Вперед, собаки, что ты делаешь здесь? Ты встань и иди. Ноги отказали. Где ты там есть? Я тебе сейчас радиоволну настрою. Покатушки нахуй не нужны, просто останови. Блять, стой, там враг. Да не-не-не, мы радио слушаем. Какой, блядь, ты чё, смерти нашей хочешь? Надо было... Ой, это русская рабщина, это то, что я искал. Мы в системе, я бью по щеке своим членом. Ой, её босок навалит. Ба! Чуть шлюху не сбили. Так, работайте, братья. Вижу цель, иду к цель. Куда? Ну, блядь, куда ты видел, едешь? Как он за гарпу? Что? Ракета Байконур взлетает. Серега, это из-за тебя. Водитель от бога, нахуй. Это из-за тебя. Из-за русского рэпа, нахуй. Говно в ушах потекло просто. Подними вот меня. Валяйся, подними нахуй. Меня. Сам виноват. Ты почему? Знаешь, кто ты после этого? Человек. Ты не человек, ты челдобрек. Я иду в торнадо. Впереди на меня прыгает. Бля, реально торнадо. Бля, меня коцает, нахуй. Одевай бронежилет. Сосет как Томас. Что, ты появился на мне? Я-то экстремал. Бля. Был бы охотником на торнадо. А что, такая профессия есть? Они ездят, снимают торнадо. Гинцегатэншоу. Японцы такие с неба попадали и запечатали торнадо, блядь, в маленькую коробочку. А потом, знаешь, такой, типа, японец такой, маньячелло такой идет, видит, школьница идет, такой торнадо выпускает, чтобы у нее юбочка поднялась. Вместо юбочки у нее ноги все, блядь, разорвало к хуям. Пол Японии, блядь, в огне. USA. Там ответы в ВК полетели. Эта баба ответила, что она качает пузо пельменями. Чё убит КГ-пас? Это чё, Каспийский груз пропуск? Три лейбочки на кепке, это что значит? Ну-ка, быстро ответь. Черджан. Войс чат не работает. Hello, motherfucker. Это чё там за Juicy Fruit летит? Блядь. А что бы ты делал, если бы тебе попалась дикпиковая дама? Да, застрелил бы. А, блядь, транспорт приедет. Всем пиздам. Это приехавший транспорт, да? Я сейчас прям к тебе в тачку дропнусь. Не надо только да. Ездить. Бля, подними меня, я неудачно приземлился. Да, уже кто-то сел, блядь. А, так это я за рулем. Хотел сказать какой-то додик. Что, в принципе, одно и то же. Впереди враг! Враг! Делаем! Вывожу нас! Блять, вывез нас. На тот свет. Это что за птичка летает? Дрон. Знаешь, есть такой сайт Drone.ru. Танк, бля. Вижу, танк. Давайте расшибем этот танк. Я шпион. Секретные пацаны. Так, а теперь будем убивать его сородичей. Первый пошел. О, а там флаг Польши внизу. Флаг Мойш. Мы падаем? Еще живем пока что. Сейчас КП пополним. Ведь так чинятся машины в будущем. Всем, кто смотрит видео в 2042 году, здравствуйте. А, вот это шутка. Бля, мы что, опять падаем? Или это ты ускорился? Не-не-не, это я ускорился, потому что у нас ракеты летят. Вот ты вот просто вот попробуй нахуй, полетай на этой хуйне.
Я летчик, я лечу. Под радаром, как в GTA San Andreas пролетим. Это мы близко к земле. Да мы под радаром. Трусы выпрыгивают. Вода, вода, вода. Ой, трус. Я сбросил эти ссаные фраера. 18 кп. Прыгай. 8 хп. Меня затянуло в кабину обратно. Что? Блять, я в кабине. Что будет в конце? Я в раю? Ты вот здесь поднимаешься, и они тебя толпой просто забивают. А, это слова разработчика Electronic Arts, да? Кальян стоит. Куда ты, блядь? Куда ты полетел? Погоди, я... Блядь, я чуть на головку, на боеголовку не сел. Мне нужен пулеметчик срочно. Мне тоже. Умирай. Да-да-да-да-да, сейчас будет. Я теперь стрелок. Так, Сережа, летим прямо. Я смотрю, ты учишься быть пилотом, да? Как так летаешь, а? Серега, я сейчас сблюю прямо в этой рубке. Так, заходим. Давай. Да, блядь, ровнее, дядя, я не вижу. Блядь, ровнее. Как думаю, для меня все выглядит. Да для меня это тоже пиздец. Да я пытаюсь выровняться на башню, наверное. Блядь, ты хуево выравниваю. Готов. Блядь, хватит нас вертеть. Придется, блядь, зарплату чисто покупать. Там дай 500 рублей, туда дай. Если специально, что 2000 оставишь, чтобы полторашку добавить и купить. Да? Ну. У меня 100 рублей с этих 2000 осталось. Я даже себе в энергетиках отказываюсь стал. Ну, сейчас у меня 500 рублей осталось. Такой, думаю, а ну нахуй тогда, блядь, оставлять. Купил себе 2 банки энергетик. Эх, а я не отказал.